папа, папу, меня и маму. Когда ты выходишь из ЗАГСа, ты думаешь, что ты уже создал семью. Но настоящая семья получается, когда рождается ребенок. Уже, наверное, семья – это самое уютное и теплое место на Земле. И в этом местечке ты понимаешь, что ты по-настоящему счастлив. Ребенок не только продолжение меня и не только продолжение рода. Ребенок дает цель в жизни. А когда детей много, то и целей очень много. И есть то, чего ради стоит просыпаться каждый день, дышать каждую секунду и молить Бога за каждое мгновение, чтобы Он оберегал и защищал всех близких и родных. Наша Аня веселая, добрая, иногда может похулиганить, но как при виде ее заряжаешься на весь день энергией, позитивом. Ребенок в повседневной жизни не дает забыть, что такое любовь. И на протяжении всей жизни она об этом напоминает. Невероятно, ты летаешь, дышишь, ты заряжаешься энергией, которую дает тебе ребенок. И даже сказав доброе утро друг другу, ты уже чувствуешь эту любовь. Твой муж, твоя дочка – это счастье, это любовь.